Здравствуй, Саша. Здравствуйте. Рад тебя приветствовать в нашей чайной беседке. За чашкой чая мы с тобой поговорим на разные интересные темы, про тренировки, про жизнь и так далее. Первый вопрос. Когда ты начал заниматься каратэ? Каратэ я начал заниматься в возрасте 4 лет. К нам в детский садик пришел тренер Сергей Юрьевич. И к нему я первый раз записался. Потом где-то 6-7 лет меня уже привели в зал Арыван, где я сейчас занимаюсь. То есть на скидку, сколько ты лет уже тренируешься? Лет 11. Я понял. Ясно. Какие твои сейчас достижения, как бы в карате, то есть там с точки зрения аттестации, как с точки зрения там спортивных достижений? Ну, на данный момент у меня 3-й кю, это коричневый пояс. И в соревнованиях я участвовал. В возрасте 10 лет я участвовал на чемпионате мира по кэрпо карате, где я взял серебро. И на чемпионате Европы тоже по кэрпо карате, там взял бронзу. По каким стилям? По каким правилам выступал, кроме карате? Также я выступал на ушу, на контактном карате, на рукопашном бое, по правилам ММА, на грэпплинге и на панкратионе еще. То есть, можно сказать так, боец универсального стиля, да? Ну да, да. То есть, выступал по всем правилам? Да. Ну а какие успехи были на этих соревнованиях, кроме выступления на них? Были и победы, и поражения. Ну, больше побед, наверное. Да? Да. Не считал? Не-не-не. Я понял, хорошо. Ты посещал какие-то семинары с мастерами, которые практикуют окинавское гудзюри? Да, конечно. Я где-то лет 5 назад к нам в Украину приехал в море Хигаона, в Днепропетровск. Я посетил тот семинар и часто посещал семинары Виктора Панасюка и Дениса Васильчука. Я понял. Какие впечатления оставались после семинаров? Какую ты получал, как можно сказать, пользу для себя от посещения таких мероприятий? Семинары меня, наверное, очень сильно заряжали. После них мне все время хотелось все больше и больше тренироваться. Ну и чувствовал, что семинар мне что-то давал. Поднимал в уровне. Ну, класс. То есть при возможности посещения таких семинаров, то есть, я думаю, ты будешь продолжать посещать? Конечно, буду посещать, потому что это опыт, это большой опыт. Хорошо, но ты уже как бы больше 10 лет занимаешься традиционным окинавским гудзюри карате, при этом как бы успешно выступаешь на соревнованиях. На данный момент что для тебя является как бы более приоритетным? Совершенствоваться как мастер там, традиционного карате или выступление на соревнованиях? Или это идет параллельно, не мешает друг другу? Не знаю даже. Ну, может, на данный момент, как бойца, более уже постарше возраст, уже буду заниматься больше традицией. А выступление на соревнованиях? Ну, с возрастом, думаю, уже не буду. Но какие-то наши веков, какой возраст для тебя является таким, что уже не будешь? В районе 25-20. То есть 25 лет еще будет активно? Да. Спортивная деятельность, да? Да. Я понял. Хорошо, такой вопрос. Сколько дней в неделю ты тренируешься? Причем какие тренировки у тебя там общие, которые у нас в общей группе происходят, какие индивидуальные и так далее? Тренируюсь я 3 раза в неделю. Тренировка у нас идет 2 часа. После этого мы идем на тренировку ММА. Там занимаемся тоже 2 часа. Ну, а перед соревнованиями пытаюсь тренироваться почти каждый день. То есть, кроме общей тренировки, у тебя есть личные тренировки? Да. Самостоятельно. Да. Что входит в эти личные тренировки, что ты делаешь с ними? Ну, бег, скакалка, кроссфиты, ударная техника по мешкам,
по лапам, спарринги, борьба. Ну, в принципе, все, что мы делаем на тренировках, то же самое я делаю сам. Я понял. Хорошо. Вот не так давно ты начал выступать на правом ММА, там это может чуть больше года. Чем это связано? Почему ты решил выступать по этим правилам? Даже не знаю. Ну просто, может, то, что новое появилось, потому что уже много лет выступаем по одним и тем же самым соревнованиям. ММА это сейчас как новая фишка. И вот понравилось. То есть понравились правила, по которым проводят соревнования? Да. Уровень бойцов? Да, уровень хороший там. Я понял. Планируешь дальше именно совершенствовать в этом направлении? Думаю, да. Какие ближайшие планы на выступление? Ближайшие планы взять область по ММА 12 марта. Но потом уже будем смотреть. По ситуации, да? Да. Я понял. Хорошо. То, что я знаю, это я знаю. Я думаю, что это будет интересно узнать и нашим зрителям. В последнее время ты периодически заменяешь на тренировках меня, да? То есть, когда я отъезжаю какие-то свои командировки. Как тебе вот эта сторона карате? То есть, не только как боец, как ученик, который тренируется, а как вот уже когда у тебя есть какие-то возможности передать какие-то знания, например, ученикам своим, точнее, ребятам, которые приходят заниматься. И как ты планируешь вообще в дальнейшем, после того, что ты попробовал, есть ли желание продолжить дальнейшее как инструктор свою деятельность, когда станешь повзрослее, то есть самостоятельно стать инструктором? Это было сразу трудновато чуть-чуть, потому что не все хотели слушаться. Но потом после пару отжиманий, пару приседаний уже более начали слушаться. Ну, хочется, конечно. Думаю, через, может, пару лет, как уже завяжу с соревнованиями, то думаю стать тренером. Ну, то есть уже есть чем поделиться, есть что научить, есть что показать ученикам? Ну да, можно так сказать. Хорошо, но такие общие ощущения, что проще, тренировать или тренироваться? Ой, думаю, что проще тренироваться, потому что тебя тренируют, не ты тренируешь. Проще, наверное, тренироваться. Хорошо. В нашей тренировочной практике есть такой отдел, когда мы летние мероприятия выезжаем куда-то тренироваться на природу. Долгое время это был Крым. Сейчас в Крым мы не ездим. Твое мнение, как активного участника таких мероприятий, стоит ли ездить на такие мероприятия или достаточно просто тренироваться в зале и надо это, не надо это? Или просто обычную тренировку в зале, это достаточно для того, чтобы человек тренировался и жил счастливо. Эти мероприятия надо посещать обязательно, потому что я даже не знаю, как это сказать. Ну это круто. Какие твои яркие впечатления от тех мероприятий, которые ты посетил на этих выездах? Это друзья, компания. Это каждый день. Получаешь новый опыт, что-то узнаешь. В этом году я, конечно, не смог посетить. Было очень жалко. Но думаю, что в следующем году я поеду обязательно. Хорошо, такой вопрос. Как уже мы говорили, ты занимаешься традиционной практикой, занимаешься и выступлением на соревнованиях. Понятно, что есть соревновательный период, где больше внимания уделяется спортивной технике. Но как ты считаешь, традиционная практика, которую ты практикуешь в зале, то есть ката, бункай, тот же ходжун, да, дает какой-то плюс, какую-то там ступеньку к победам на спортивных соревнованиях? Или это, как некоторые считают, вообще бесполезная техника, которой не имеет смысла заниматься, нужно бить только мешки, лапы, бороться, и все это абсолютно не надо? Для меня это нужна очень база. Традиционная база – это очень нужная вещь для меня. Потому что и макивара, оно как придает удар тебе. И все базовые инструменты,
Техника. Базовая техника придает тебе больше сил, устойчивость, даже той же ката, санчин. Но придает и устойчивость, и силу, что база – это очень нужная вещь для бойца. Ты, как бы, ты и несколько еще наших ребят уже давно являются такими ведущими бойцами нашего клуба, то есть, может быть, лицом нашего клуба. Тот же, та же группа 13 ИРов, в которой вы тренируетесь, уже давно является образцом для многих молодых и начинающих бойцов, учеников. Что бы ты хотел пожелать для начинающих, которые только становятся на этот путь, которые только начинают пробовать себя на соревнованиях? Какие пожелания хотел бы посоветовать, может быть, какой-то совет? Советовать это тренироваться, тренироваться, еще раз тренироваться. Постараться отбрасывать уже шутки, баловство на тренировках и более усерднее работать над тем, что дает тренер. И тогда у них уже будет все получаться. Потому что у нас в зале есть очень хорошие ребята, которым просто не хватает чуть-чуть внимания, и у них будет все получаться. Так что тренироваться и тренироваться. Ну, твой путь как спортсмена, есть разные бойцы, которые, например, все хорошо получалось. У тебя лично как? То есть ты сразу пришли победы или все-таки была череда каких-то прорывов, как бы вот, все-таки ты довольно рано начал выступать на соревнованиях, и вот как у тебя это было? Ой, была у меня черная полоса. Я долго шел к первым местам, но у меня все время было второе. Но потом как-то надоели мне уже эти вторые места. И тогда у меня, ну, я еще раз начал более усердно тренироваться, чаще ходить и самому в зал, бегать, прыгать, тренироваться еще раз. И тогда уже начало получаться первые места. Ну, то есть при желании все может получиться? Да, 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 конечно. Хорошо. Рад был тебя приветствовать в нашей чайной беседке. Желаю тебе ближайших побед, развития, как человека, как бойца, как мастера. Всего тебе хорошего. Спасибо.